let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в State of Decay. Мы по-прежнему находимся в этом городе, и я довольно сильно тупил в последнее время. Ну, для вас это, в принципе, последние пару дней. Я не знал, как строить аутпосты. На сути, ой, по делу уже оказалось, что аутпост это то, что я захватывал вот эти здания, зачищал их. И поэтому, в принципе, в этом нет ничего сложного. Это нам нужно по сюжету, по-моему, но сейчас я, честно говоря, хочу заняться немного другим. Мы уже довольно давно не выбирались из города, и сейчас, я думаю, самый что ни на есть подходящий момент. Так. Кругом полно зомби. Мы здесь подзадержались, но у меня, в принципе, это... Так, отлично, я застрял. Меня, в принципе, это устраивает, потому что город, по сути, очень интересный. И несмотря на то, что мы тут очень давно уже находимся, мы даже половину его не исследовали. То есть мы исследовали улицы, но в дома-то не заходили даже в половину, а тут очень много всего крутого. Так, вот это место мы сейчас зачистим и, соответственно, сделаем его аутпостом. Так, хорошо, давай. В предыдущей серии еще мы, среди прочего, нашли Глок. Очень крутой пистолет. Модный. Спокойно. Нет. Хорошо. Кто там? Откуда вы беретесь-то? Нет. Так, хорошо, тут есть топливо. И мне рассказали про такой интересный баг. То есть вот эти сумки, которые ты берешь, если там с припасами, то ты можешь... их скидывать. Если ты запрыгнешь в кузов пикапа и скинешь эти сумки туда, то можешь загрузить там чуть ли не до 9. Но надо ехать очень аккуратно. Это круто, по-моему. То есть это баг, его, скорее всего, поправили уже, потому что вот буквально только-только вышел патч. Но это же интересно. Вот, допустим. Давайте попробуем. Я, правда, не знаю, как скидывать, я это еще ни разу не делал. Я тупо приносил это домой. Отлично. Так, ну-ка, иди сюда. Окей. Да, если только я запрыгну откуда-нибудь с камня, потому что по-другому что-то, честно говоря, не выходит. Давайте вообще посмотрим, как это скидывает все это на землю. Да хрен там. Поправили, короче говоря. Больше такого бага нет. Свидания. Так, ну пока что все идет по накатанной. Только наш персонаж уже довольно сильно устал. Ему вообще отдых бы не помешал. Но пока что он еще не сказать, что прям в щи. Так, хорошо, там есть еще одна канистра. Это нам очень пригодится. Но за ней мы вышлем. А давайте вот аутпост вообще тут сделаем. А, сначала надо зачистить, понятно. А, надо сначала полностью обыскать, понятно. Так, короче, приезжайте сюда, я продолжаю искать. Скевенджеры выдвинулись. Это нам пригодится. Хорошо. Есть еще кто? Вроде никого. Знаете, я уже опытный стал такой выживатель в этой игре. Поначалу прям боялся каждого шороха. А теперь прям ты посмотри. Уже чувствуешь себя более-менее уверен. Но при этом я уже избавился от иллюзии, что зомби здесь слабые. По одному вдвоем еще может быть, но их зачастую столько, что шансов у тебя практически не остается.
Так, еда. Это тоже очень круто. Сейчас мы сюда вернемся, похоже. Так, а тут что? Выход. Да. На крыше там я не думаю, что что-то хорошее есть. Так, садись. Свали к чертовой матери. Хорошо, давайте по-быстрому. Видели, как она прыгнула? Это пипец. Машина уже почти поломалась. Ну что за жизнь? Ох, вот такая вот рутина, она задерживает сильно, но она необходима. Из этого состоит игра. Это называется геймплей. That's just disturbing on so many levels. There you go. Don't say I never gave you nothing. Так, хорошо. Отлично. Погнали за остатками. Блин, эту дверь вынесу точно как-нибудь. И эту тоже. Так, а там скевенджеры уже, да? Прибыли? Нет, это зомби. Ну что с вами? Снайпер, блин, чё спишь? Стреляй по ним. О, молодцы. Эта церковь уже как домом стала. Наши бегут. Одну беру сам. Так, что там Маркус? Блин, Маркус, как я по тебе соскучился. Вот этот главный герой, который я сейчас играю, он, в принципе, мне даже больше нравится. У него прикид такой моднявый. Так, хорошо, мы нашли то, что нам нужно для постройки чего-то там. И вот это вот реально круто. Так, ладно, ты лутайся. Все. Хотя нет. Это мы тоже должны. Maybe later. That's not a good idea. Уже больше не лезет. Почему я могу вызвать только одного скевенджера? Maybe not. Ну, хрен с вами. Ох, ладно, отвезем, в принципе, да, и поедем дальше себе. Машинка моя боевая. Скоро мы сможем построить гараж, в котором сможем чинить свои машины. И вот тогда машина у меня будет одна. Это будет тот пикап. Или лучше бы найти какой-нибудь военный джип, чтобы он был вместительный и при этом очень мощный. Scratch that off the wish list. Так, хорошо, что? Это нам сделало более хороший цельцы, нет? Маркус там нашел что-то. There you go. Don't say I never gave you nothing. What you got? Oh, you know, stuff. Так, что мы там не могли построить? Получает больше XP от стрельбы. Эффект длится 3 дня. Нет, это меня не устраивает, потому что там лучше снайпер пусть стоит. Сюда нужны пилы. А в остальном, в принципе, у нас все хорошо. Так еще материала надо. Поехали. С этим потом справимся. Сколько уже можно заниматься добычей ресурсов? Ой, кто пришел?
Да блин, не щелкайте клювом. Смотрите, кто к вам пришел. Хорошие ребята, пацаны и девчонки. О, блин, я испугался. Жутковато было, да? С мягким знаком. Так, сейчас я возьму ту полицейскую точилу, потому что это что-то не алё уже. И поеду на ней. Так, а ты тут все, да? Нормально. Прикольно. Было бы в ней оружие еще, конечно. Было бы вообще шоколадно. Так, хорошо. И сейчас мы поедем. Поехали куда-то сюда. Посмотрим, что мы по дороге найдем в результате. Хотя вот сюда вот поедем. Машина шерифа. Почему же нет полицейского участка? Шо? Это что за взрывы там были? Вдалеке позади. Неисследованная территория, тут мы еще не были. Как там, подожди? Нам прямо сейчас надо будет налево уйти. Так, особо не шумим, не на полных оборотах. Ведь ферма какая-то. Подожди, здесь же мы спасли брата Лили. Блин, туда поехал. Так, хорошая ли идея ехать через кусты? Давайте лучше не будем экспериментировать, потому что машина мне реально нравится. Очень хорошо себя ведет на дороге. Ай, блин, все, нет машины. Помяли все уже, извозюкали. Так, хорошо. И где здесь можно осмотреться? Позади где-то. Чего там потерялись? Твою мать. Да садись ты, мать твою, за ногу. О, паника. Это и была вся орда зомби, что ли? Да, блин, вы заколебали уже. Хорошо. Там что такое? Ну-ка, пойдем посмотрим. А пива у вас тут нет, случаем? Алан там кому-то начинает надоедать уже. Алан вообще придурок полный. Так, это хорошо. We're getting a lot of good use out of the workspace. But if we put a little more time and effort into it, we could start doing some basic automotive repair.
Might be nice to actually keep our cars running instead of dumping them on the side of the road when the engine starts to knock. Так, ну сейчас скоро будет. Нужно проапгрейдить наш воркшоп до супер-мега-воркшопа, чтобы можно было... Да блин, откуда вы взялись-то, япона, мать? Не самая удачная идея была оставлять их внизу. Тем более, что наш персонаж встал. I'm there. Gonna take a look around. Так, дом. Spotted a weird one. There's a building we want to check out. Got a horde on the move. Орда рядом с ним. Поля. Gotcha. Машинка. I think I've seen enough for now. Поля, хорошо. Так. Спускается, конечно. Япона, мать. Блин, чуть не обтелся. Ой, блин. Ой, блин, ничего не видно. Sounds like the situation out there has changed. Народ там, похоже, бесится уже просто от того, что делать нечего. Все на нервах. Блин, ночью-то они позлее. Спокойно. Садись в машину. Отдышаться маленько. Орда подходит. По-быстрому нужно полутать и валить отсюда. Давай смотрим. Сейчас мы найдем что-то стоящее. Не шумим, потому что они сейчас услышат. Только этого. Да, лопата — это явно что-то стоящее. Ах, не прет. Ладно, съездим чуть дальше. О, еда. I found some supplies. Send runners for pickup. I'm loaded up. See you back at base. Roger that. We'll be waiting. Хорошо. Ты сейчас останешься на базе, а Маркус поедет исследовать новые места. Неплохо так съездили. Интересует, что там слева, вон там, туда если поехать. Но сейчас это узнает Маркус. Игра, конечно, дергается, но ничего, пусть дергается. Что там, больше к вам никто опасный не подходил? How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Хорошо. С аутпостами я что-то все равно так и не строю. There you go. Don't say I never gave you nothing. Так, что, подустал? Что ты там еще набирал?
Это все надо скинуть. Это пусть у тебя остается. Так, ладно. Теперь, Маркус, давно не виделись. Что? Блин, он пошел по делам. Да вы издеваетесь, что ли? У дам, конечно, лица такие, как будто они, я не знаю, там алкашки какие-то. Ну ладно, иди, иди сюда. Что у тебя там есть? Револьвер. Ну, окей, пусть будет так. Ты у нас будешь первооткрывателем. Так, что еще я там могу проапгрейдить? Тут не хватает. Вот это надо проапгрейдить, и все будет хорошо. Здесь у нас все нормально. Здесь нужны пилы. Так, приготовь. Все заняты, блин. На кирпичи укажи пока. Хорошо. Так, лады. Снайпер, чё зеваешь? Вот же ходит, смотри. Все, поехали. Смотрим, что у нас там есть. Ой, там прям с этим... Того я бортовать даже боюсь. Последний раз, когда мы такого пытались сбить, у нас все колеса поломались. Так, я туда еду? Nope, я еду не туда. Блин, я уставший уже, это 7-я серия за день. Уже голова не варит. Здрасте, до свидания. Здесь как-то тихо. Зачем вообще в этот город приезжали военные? Они там, похоже, своими делами занимаются. А тут просто лутали домик. Так, все, дальше этого поворота мы не были. Речка. Что-то как-то тут не очень хорошо все. Парковаться тут нельзя. Народ напарковался. Капец, такое ощущение, что их как будто постреляли здесь. Маркусу нужна помощь. Держись, Маркус. Сам справишься. Не пускают. Ну вот, я думал, покажу вам новую локацию. А мост перекрыт. Видимо, рано еще. Значит, углубимся в дела. Построим больше аутпостов. Сейчас пойдем поможем Маркусу. Нужно уничтожить большого ублюдка. Давайте попробуем. Дел-то тут еще хватит, просто хотелось на новую локацию посмотреть. Ардапит. Здрасте. До свидания. Да сколько у вас тут япона, мать.
Блин, зацепился, смотрю. Так, хорошо, погнали. Сейчас по прямой до упора. Крутяк. Блин, когда же эта игра мне надоест? Я такого давно, честно, ждал. Другое дело, что уровень исполнения маленько подкачал, а в основном вот все, чего я хотел от игры про зомби, тут есть. Так, и как нам попасть туда? Пешкодрапом, что ли? Ого. Извините, я не хочу. Если бы в этом был какой-то смысл. В убийстве этих чудовищ. Ну, прокачка, конечно. Спокойно. Что такое? Нужно, говорит, уничтожить его. Давай, не будь девчонкой. Ready to move. Ну давай. Let's do this. I can't believe that noise didn't bring any zombies. Так, хорошо. И чё, где он? Тут? Окей. Чтобы туда попасть, нам нужно что? Это что такое? Типа в шахте, что ли, какой-то? Круто. Так, мы по ней поднимемся, наверное. О, там, смотри, целый склад. Там пилы можно найти, я думаю. Лесопилка, точно. Так, там этот подходит. Здоровый. Здесь что-то каких-то припасов я не вижу. Хотя вроде показывают, что должны быть. А где же они тогда? А вот не знаю. Справа кто-то уже нарисовался. Не лезь ты все тут. Зомби тут больше нет. А где же здесь что-то хорошее лежит? Медсестра, блин, офигеть. Что ты тут делаешь, медсестра? Так, ну припасов тут нет. Что еще скажешь? Придется как-то так пойти. Файтинг третьего уровня. Едет у нас молодчина. Да, ты твою дивизию. Фух, запыхался только. Передохни чуть-чуть.
Так, и там наверху, я сейчас думаю. Кто интересно? Я думаю, толстяк этот будет просто здоровый, который есть. Сейчас посмотрим. Да блин, вы издеваетесь, что ли? Вот так-то возможно. Ну офигеть теперь. Придется все обходить. Круто. Ахаха. Сколько бегать, это же офигеешь. А, вот отсюда можно пройти. Ну ладно, я думал, сейчас придется идти до склада и там приходить на другую сторону. Ну и чё? И как мне подняться? Есть так только как-то. Никак. Блин, чё ты выдыхаешься быстро, дорогуша. Отсюда не попадаю, справа не попадаю. Интересно, девки пляшут. Ну, как-то так. Девчонка смогла, да? В легкую вообще. А, беда. So damn tired. Что-то подустал, иди. И я подустал уже. Серию, по идее, надо заканчивать, но я хочу найти эту тварь. Где она там? Да, вот. All right, found you. I'll fuck you up. I'll fuck you up. Нормально. Да. Не поднимешься же. Этот поднимется, походу. Хотя нет, буксует. Ой, ой, ой. Тащил. Так, надо жечь. Охренеть. Ну ладно, победили. Видели, как он ее чуть не сломал? Везучая, блин, до ужаса. О, это было круто. Такая своеобразная охота. Ну что, что это такое? Короче, у нас появились новые дела, и, в принципе, пока что я могу сказать, что нам нужно делать кругом зоны. То есть не зоны, а своеобразные вейпоинты, где мы могли выдержать оборону. Таким образом, я чувствую, мы укрепим в целом оборону этого района. Ну и, кроме того, будем прокачивать базу. В ближайшее время, я думаю, будем заниматься этим. И, соответственно, после того, как с... укрепрайоном все будет хорошо, мы двинемся дальше. Потому что пораньше нас отсюда, я думаю, не выпустят. Но как бы там ни было, пока что никто и не жалуется, потому что это реально круто. Мир получился очень интересным, и мне очень нравится, что здесь несколько вариаций зомби. Есть вот такие большие, есть маленькие прыгучие, есть обычные зомби. И то, что зомби днем и ночью себя по-разному ведут, тоже круто. Эй, блин. Да. И Рэгдолл тоже крутой. Короче говоря, в следующих сериях будем заниматься этим. А сейчас я подустал, у меня уже язык с трудом ворочается. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.